Югаса, Мишимики, и у нас копание в чужих мозгах. И по идее это у нас препоследнее, да? Ну, почему-то мне кажется, что вот это уже какая-то херня, такая галерея. Реликвиарий. Это симулятор галереи пейнг игроков. Террорс. Панические что-то, страхи. Оверкам. Короче, это люди, которые чего-то боятся. Ладно, давайте. Номер 418. Бездомный. Помещен в клинику после эпизода неадекватного поведения в общественном месте. Говорил бессвязно и вел себя агрессивно. Предполагаемое наличие психологической травмы в прошлом. Стандартный опрос перед юрисдикцией оказался невозможно провести должным образом. Но походу, по идее, так как самые жесткие, да? А, спасибо, что активировали пациента номер 418. Теперь можно начать нейрорезиденцию, пойдем в комнату через полдверь. Если верить, то это самое жесткое будет. Потому что здесь человек ничего там именно появился, он просто был в неадеквате. Именно минус мозг. Там меня убивали шипы. Однажды вам стоит отправиться в ад. Вместе со мной. Я монстр. Нет. Нет, это они монстры. Все называют меня больным. На самом деле, это они больные. Их жалобы о пропущенных вызовах и полностью простыни. Считать. Считать ошибки. Считать ошибки. На ошибках кровь. Мои ошибки. Не моя кровь. Не моя кровь. Почему это не моя кровь? Я не спас мир. С какой стати спасать этот проклятый мир? Чё-то как странно. Рука. Так, я сохранюсь, но я понимаю, что у нас здесь с вами нету двери, у нас просто город, да? Пойдемте по уличкам. О! Ой, я могу с чем-то брать. Мне нужна с чем-то банка. А, мы же за нищего, да, играем? Ага, я с монеткой еще куда-то дальше иду. Брось свое будущее в огонь и вернись обновленным. Так, моя монетка здесь, хорошо. Мне для чего-то нужны монетки? Или же... Что мне делать? Окей, какая-то улица. Тут тупик. Так, по прямой там есть какая-то дорога куда-то. Левее, где вот дорога какая-то. Куда-то. Hmm.
Может, нам нужно переработать банки? Чуть я не шарю. Ладно, одну монетку я возьму. Брось свое будущее в огонь и вернись обновленным. Не шарю. Ну что, мне серьезно нужно все банки сюда принести на переработку. Ух ты ж ё. Фу. Фу-фу-фу, вот это было стрёмно. Это было, понимаете, даже не стрёмно, а неожиданно. Мои родители никогда меня не понимали. Ты что, Дэдпола? Так я поставлю. Пойдешь у меня на заставочку. Оставь меня в покое. Окей, ставлю. Скорее. Перестань различать, кого спасаешь, а кого уничтожаешь. Никогда не чувствовал себя хорошо, никогда не чувствовал себя в безопасности. Типа нужно все выровнять, да? А, стрелочку вниз нужно было сделать. Или вот это страшнее. Типа призраки, да? Ну, улетел, не оборачивается. Почему нет? Типа призраки. Ну,
Daydream Replay. Seriously, another drop call? Считай свои дары. Три. Шесть. Шесть, три. А, не понимаю. Считай свои дары. Три крысы. Шесть бутылок. Ага. Их тут пять. Пять. А последовательность? Три, шесть, пять. Это что за святой Грааль? Со мной что-то было не так, я был ненормальным. Наркотики. Так, где дождик? О, манекен за мной смотрит. Ты за мной идешь? А, да них нельзя касаться. Они хотя бы не за мной не идут. Но FD, чтобы сохранить одну, нужно разрушить другое. Отвращение к самому себе и недоверие никогда меня не покидали. Сама неожиданная вещь давала голос и власть. Ой, прямые всегда коридоры, это страшно. Ну ладно, здесь не должно быть страшно, потому что здесь просто неровность. Блин, как тебя запечатлеть? Где-то вот так, да? Сойдет. А что от меня требуется? Так, я понял, короче, нужно... Даже, стойте, мне нужно каждую дверь проверить. Ну, давайте отсюда тогда начинать. Заперто. Заперто. Может, подсказка есть?
Мне кажется, здесь подсказка будет в лампочках. Все, да. Не работает. Давайте смотреть подсказки в лампочках. Если на то пошло. Около какой двери не горит, значит это там. Понимаю. Стой. А-а-а. Оказывается, даже в таком случае я не смог бы открыть. Верните обратно. Обратно! Я не хочу к той жирнюшке идти. Мне пугать. Жирнюшка, нет. Ты страшная. Или тебя... Ты пойдешь у меня на воду. Вот так встать. Вот так, ладно. Так, и я препарировал насекомых ради забавы. Пятнашки какие-то. О нет. Я знаю, что это за игра. Но чтобы везде свет, да, загорел. Или же потух, наоборот. Вот черт. Теперь сидим учимся. Ладно. Они что, все это время за мной шли? Это была не просто песня, а приглушенный гул миллиона голосов. Я всегда могу слышать их. Они говорят мне, что я никогда не попаду домой. На самом деле это просто, короче, взяли изображение, накинули раздражение.
И все, тут даже не все призраки. Это были полные ненависти, злобные люди. Еще одни таблетуси. Поехали. Куда на этот раз отправляемся? О, на этот раз... Ага, мне еще две надо. Понимаю. Ну, кажется, все вернулось к тому, что было. Так ведь? О, карнавал. Короче, я понимаю, мне нужны деньги. Good way. Сходи теперь поищи в помойках баночки. Кидали монеты, так ведь? Понимаю. Ну, погнали в проулке. Я типа отсыл на то, что вроде все стало чисто, и он вот это не может ничего найти. С вами все в порядке. You will never. Опа. Что-то нога. Баночку бы хотя бы мне одну. Do not is right. Делай то, что правильно. Мне нужна баночка одна для карнавала. You understand? Вот это он. Пуля. Пули от бабули, пули. Выбор за тобой. Типа имеется в виду украсть что-то. Нет, 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 нет. Вы ж не хотите, чтобы я взял нож? Хорошо, я запомнил. Я запомнил, что там есть нож, хорошо. Но нет, нет, нет. Мы вправе менять людские эти, да? Так, у еще есть еще одна мусорка. Что, рели? Мне придется такая... Я понял, ладно. Ой, нашел тело. А то, что он бегать не может, это тоже плохо. Пошли с собой. Ну что, блин, я бы монетку на самом деле в воде поискал, но как мы видим. Хотя сказали выбор за мной. Заметьте, что сейчас только 5 банок.
Что мне тогда делать? Чё ты? А, я теперь понял. Моя понять. Чё-то я на труп не посмотрел. Я думал, человек типа отдыхать, знаете, ну как обычные люди. И жилья тоже любят на уличке. И вот как, ну как вот этот вот, видите, отдыхать. У этого оказывается кровь. И что? Дальше что? Но мне, походу, только так нужно было это сделать. И мы идем на карнавал, на карнавал. Интересно, сколько там будет весело. Настолько, что тут пусто. А нет. Есть конячки. Как это? О. Запрет. Не понимаю. Я не понимаю, почему эти встают. Почему вы встали? Что за бред? Сложный головок. Так я не понимаю, почему оно... И верхний тоже цепляет.
короче, идите в сраку с своими головоломками. Ах ты, Павло, это из-за тебя? Ничего, ладно, не знаю. Я начал принимать еще подруг. О. Понимаю. Понимаю. Ты никогда не будешь принадлежать. 563. 563. Нихера, там мне 563 бутылки нужно сейчас найти. Безвозвратно испорчен. 365. И по одной нужно подпускать. Ночные кошмары — это ты. Есть. Нет, ничего нет. Мне нужно вот эти банки собрать, которые есть в окрестности. Вот это, наверное, будет более страшной, но. Самой глупой. Потому что мне нужно успеть сесть. Это он устроил террор. Фига себе. Че, что там творит? Типа, не понял. Сразу две монетки. Слышали? Надо выбираться сюда. По мне не выйти, если пока не всех не расстреляю. Он должен этим заниматься. Что мне делать? Ладно, погнали, наглюсь обозрение, может там что-то. Чё?
мне одной не хватает. Ну, наверное, самое такое... непонятное. Ну, типа, окей, я зайду туда сейчас внутрь. Я не думал, что меня эта херня может убить. Вот, если честно. Меня же не пропустят. А, вот все, я должен пропустить. А, меня сразу сюда перекидывают. Давай снова убей меня тот же. Так слышите, если так смотреть, я реально не понимаю, куда мне туда идти. Типа банки носить? А, мне нужно еще одна банка. Все, 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 все. А, тут уже нет банок. Вот еще банки. Где банки видел? Впереди ищи банки, да? Эту банку нужно... Опять две монеты дали. Дай отпор твоему врагу. 653. Типа у него проблемы флешбеки из Вьетнама. Что я стреляться буду с кем-то. Не верю, не верю, не верю. Все сгорели, типа. Я был воином. Я хотел спасти мир. Ну да, у него типа флешбеки просто. Вьетнамские. Подожди, вот это, наверное, самое будет такое. Я бы выехал по себе. Все безопасно. Ясно.
А какая здесь, я не понимаю. Да, точно было. Родители когда меня не понимали. Со мной что-то было не так, я был ненормальным. Да, начал кормить еще подростка. Так, ладно. Ладно, решил себя безопасности. А что? Не врубаюсь я. Хорошо, давай так. Короче, у него вьетнамские проблемы. А в какой последовательности это делать, я не знаю. Так, может. Я не знаю. Хорошо. А, так он...
то есть тут мне это сюда. Это обратно, это сюда. Не был воином, я хотел спасти мир. А, это было просто так. Но иногда... Персаж различает, когда кого спасать, кого нет. Еще неправильно. Убирайте еще какие-то. Пиздец. Я был воином, я хотел спасти мир. Но иногда, чтобы сохранить одно, нужно разрушить другое. Пересаша, разрешайте, кого спасать, когда... Это было непросто. Да я знаю, что тут тоже не то. Воин. Тебя никогда я тебя не покидал. Самая неожиданная вещь давала голос и власть. Стой, только хочу это. Или все-таки... Понимаете, вот самое сложное это вот это. Серьезно? Те же самые фотки, что я использовал. Пипец. Ну да, Вьетнам. Я так долго убегал от своего прошлого, что даже забыл, как оно выглядит. Теперь я его вижу. Я вижу его в лицо моих братьев и сестер. Я вижу его в лицах тех, кого я убил. Знаете, когда я убил в первый раз, я умер вместе с ним. С каждым следующим каплей пролитой крови я чувствовал, что во мне все меньше человека и больше чего-то еще.
дыхание смерти затыло, разыгрывается с друзьями, а руки так тянутся к курку. Ты не можешь. Ошибки часто взглядываются как победы, а победы часто становятся ошибками. В конце концов, все это просто кровь и война, и ты переживаешь это все снова и снова. Дело в том, что я так и не вернулся домой с войны. Но этот монстр вернулся. Этот монстр чужой на гражданке. Я был узником собственной ярости и отвращения к самому себе, заключенным в тисках ночных кошмаров и постоянных бредений. Любой звук, запах или образ своего столкнулся в самый ад. Американские горки на этой ярмарке, наверное, все не помню эти яркие чувства, простарцы. Утопить все это чем-то еще казалось хорошей идеей, но оказалось плохой. Получил расслабиться, но потом все еще больше погружался во тьму. Мне было все равно. Я ненавидел их всех, эти неблагодарные идиоты, которые не могли понять, чего что прошло, те, кто потеряли свои души, чтобы защитить их. И все же я так хотел снова стать частью своего этого. Я потерял себя. Я был призраком среди теней. Я не знаю, что я не один. Я знаю, что могу получить помощь, если попрошу. Won't stop following me, no matter how much I try to forget or exercise that with drugs and booze. Только бы я не пытался забыть или заглушить воспоминания колес или выпивкой. Возможно, сейчас я смогу протянуть руку не за мелочью, а за помощью. Думаю, мне не помешает подмога для самого последнего боя. Уа! Да, челик, я говорю, что типа с Вьетнама. Только я не понял, почему остальные типа погибли, типа он говорит, ты за меня. Ну все, выходит. Пациент номер 418. Бездомный. В первые дни на улице все было не так плохо, как в последнее время. В конечном счете решения, которые я принял, тогда стали привычками, сформированными меня нынешнего. После того, как я некоторое время употреблял, мне приходилось работать вдвое, чтобы наскребсти монеты и не уйти в завязку. Лучше и не вспоминать, что я был готов делать за деньги. У меня есть и хорошие воспоминания о жизни на гражданке. Я решался зайти в такие темные и жуткие места, куда другие не решались даже сунуться. Мне было так классно, когда удавалось найти тихое, нетронутое место. Вы не поверите, что можно найти в заброшенных зданиях. Все это порнографии до произведений искусства. Но опять же, не знаю, что было реальным, а что я просто придумал, чтобы спрятаться с гнетущей реальностью. Дождь давал мне покой. Было холодно и мокро, но тогда мой рассудок был ясным. Конечно, ясные мысли возвращались в воспоминания о вещах, которые я предпочел бы забыть. Хотелось бы мне вспомнить, о чем я думал тогда, в первые дни в городе. О таблетках, все становилось как в тумане. Но я знаю, что всегда искал новый способ забыться. Возможно, я сам сделал первые шаги в ад. А может, мне помогли опуститься. Не помню. Да, это, наверное, и не важно. Сначала я собирался на улицу в вторсырьё, а закончил тем, что рылся в мусорке. Ждал, когда люди допьют газировку, даже воровал других сборщиков мусора. В конце концов, стало совсем плохо. Я должен был смыть столько грехов. Почувствовал ли я всего когда-нибудь снова чистым, снова в безопасности? На самом деле, не помню, когда я последний раз испытывал истинную радость. Может быть, что и ни разу с самого детства. Возможно, это и я надеялся защитить. Знаете, что самое смешное? Сейчас я снова вспоминаю это чувство, что я едва мог отключить ярмарку от города. А все казалось мне таким искусственным и пустым. Они могли вполне быть одним и тем же. Не хочу говорить о событиях сразу после американских горок. Зачем мне вообще так к этому возвращаться? Порой они
все казались животными. Бывали дни, когда это сравнение казалось буквальным. Так, и в принципе все, у нас остается только Ryuai, да? Но это скорее всего просто людские страхи, какие вообще есть. Да. Мне кажется, это финалочка, ребят. Потому что тут уже будет... это галерея, если я уже повторюсь. Там написано галерея страхов. Людских страхов. То есть это различные фобии, все в таком духе. Ну да. Доктор, мистер Шарк. А, это даже врачи. Ну, боясь акул, боясь высоты. Heights. Высота. Fear. Скелетов. Клоунов. Прервать сеанс. Боясь клоунов. Боясь змей. Снова боязнь. Кровц. Боязнь клонов. Боязнь большого скопления людей. О, блять, этого я и сам боюсь. Паук. Ой, сука. Ненавижу пауков. Снова акула. Снова горы. Хедлесс, боясь безголовых манекенов. Не, на самом деле, боясь безголовых манекенов. Ну, представьте, вы идете ночью и стоит, короче, тело какое-то без головы. Боясь шприцов. Я раньше боялся, сейчас как-то... Deep Cuff. Tight Dark Deep. Короче, боясь погружаться куда-то в темные там пещеры. То, что имеет, короче, темноту. О, ну здесь уже новенькая, боясь смерти. Боясь высоты, боясь клоунов, боясь большого количества людей, боясь акул, боясь пауков, бор элиф, боязнь копать ямы, предатори animals. Боясь диких животных. Мне кажется, что и... Боясь паранормальщины, призраков, имеется в виду. Чего я боюсь? Это пауков, может быть, собак, потому что они могут пизда как покусать. У меня был такой страх. Не, вот если так говорить, то у меня арахнофобия, акрофобия, ротинг фреш. Гнилой фреш свежести. Мертвой свежести. Элейшн. Отсутствие всего, боясь быть одним. Крипи Крейвилс. Большое количество пауков. Ну этих. Муравьев. Хорши Крабс. Боясь крабов. Каких-то. Окей. Не, ну, в принципе, боясь высоты, пауков, того, что, ну, в основном, темноты, в плане страх того, что за мной кто-то следит или за мной кто-то ходит, в этом плане. Потому что, типа, я когда иду по темноте, мне всегда кажется, что сзади меня кто-то стоит, смотрит или типа того. И это довольно очень мрачно. Хорроры я как бы не люблю, потому что... Из-за моей бурной фантазии это может сыграть довольно плохую шутку. Поэтому как-то так. Ладно, давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом закончим. Бля, должно быть что-то веселенькое. Посмотришь, чтобы мне не снилось, как эта хуйня. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Спасибо, что полазили со мной в головах людей, да, так сказать, в воспоминаниях, раскрыли их травмы, и все в таком духе. Нас еще ожидает, если не ошибаюсь, одна или две, что-то наподобие таких же игр.
одну я могу точно назвать, это будет Анна. Анна там, короче, про сестер рассказывается как в виде сказки про красную шапочку, да? Ну, у каждой красной шапочки есть своя история. И это вы узнаете уже в следующей игре, как я вам говорю, Анна, да? Поэтому всем пока. Наш пока не забыл, да, на всякий случай. Сказал пока, ну, блядь, ладно, даже серию закончил. А насчет игры. В принципе, игра сама по себе весит не так уж и много, а всего лишь каких-то... Один... Ну, короче, до 3 гигабайт что-то там игра весит. Но, что можно отметить? Атмосферу. Графонии для игры того года. Да. Какой-то, знаете, типа, сюрреализм, типа, мы шасаем, типа, психолог, да, все такое. Пытаемся раскрыть какие-то тайны. Нас не говорят, типа, напрямую, у этого, этого, у этого, этого. А даже здесь не написано, какая у него именно травма. То есть мы сами догадываемся примерно, какая травма у человека. Да, довольно прикольно. Да, они, типа, совмещают их с какими-то сказками. Ну, только одну заметили со сказкой, это про... Гретель. Ну, там, в принципе, было все понятно. Печеночный домик, блядь. Сладкий дом, вот этот, и сделанный из печенья. И все такое. Потом у нас была девочка, которая увидела, как отец застрелился. И финальное. Это мужик, который вернулся с войны. Ну, да, было сложно вот это делать, хронологию. Музыка, ну, нормальная, эффекты хорошие. Единственный минус я могу из эффекта взять, это тот момент, когда мы были с вами в машине, вот этой херне, типа, куски машины, где вокруг нас было. И когда мы бежали просто вперед, фонарик медленно-медленно за нами шел. То есть там было сделано так, чтобы мы с вами не спешили, хотя нам нужно было бежать, просто бежать, бежать и бежать. Из запоминающих мест можно отметить алкаш... Ну, это мужика с военки, да, типа. Призраки, вот это все. У девочки я могу отметить... наверное... Ну, блин, ну, как сказать... Машину нет, ну там, блядь, атмосфера, ну там ничего такого. Но у девки я могу отметить это, когда мы зашли с вами в этот, внутрь холодильника, где в эти трупы. Я на самом деле слышал, что что-то упало там. Я думал, блядь, чтобы оно, главное, за мной не побежало. И во втором случае, и замечу, да, по звукам, когда холодильник закрылся, там кто-то еще сзади нас постучался. То есть в каком-то смысле за нами кто-то дошел. Финальное, это про Гретель. Там я даже не знаю, что можно взять за страшный момент какой. Там, наверное, было нигде не страшно. Просто лес. А, нет, можно взять, знаете, ну немного, немного, немного. Если бы, конечно, был не готов к тому, что будет на меня что-то падать, все такое. Это лес с куклами, да. Поэтому, в принципе, как-то так. Да. Графония норма, музыка норма, атмосфера хорошая. Минус это та херня, что была. Управление нормальное, то что только что бегать нельзя. Ну такое, ладно, это уже с мелочи и прикапство. Поэтому как-то так, и всем снова же пока.